Ребята, всем привет! Такая вот посылка ко мне пришла, небольшая, и давайте сейчас я ее открою. Что там внутри? Может быть, там у нас... Так... Да, скорее всего, это то, о чем я думаю. Да, это такие штучки, я думаю, вы уже догадались. У меня сейчас много телефонов, и все телефоны... Вот сейчас пошла вот такая дурацкая мода. На одном телефоне, допустим, микросим, на другом наносим. Это все с айфонов пошло, они начали эту всю тему продвигать. И поэтому нужны вот такие вот переходники. Я заказал такие переходнички, то есть если у вас наносим, вы берете ее, вставляете вот этот пластиковый такой как бы кейс, и у вас получается микросим. Вот, это удобно, в принципе, даже здесь лоток есть. Я брал эту вещь на распродаже. То есть она мне обошлась там что-то вообще 50 или 80 центов. Ну, вообще дешево. Вот как это выглядит. Такая вот пластиковая штучка. Сюда, получается, симка вставляется и уже в лоток идет с переходником. Вот, удобная вещь, конечно. Ссылку я тоже, наверное, оставлю в описании, кому если тоже пригодится эта вещь. Вот. Так, фирма Nusi, наносим-адаптер. Да, конечно, это не очень удобно с этими всеми чехарда, с этими телефонами. Уже ввели бы один какой-нибудь стандарт этих сим-карт, наносим бы делали все и все. А то каждый производитель делает кто куда, кто что гораст, поэтому не очень удобно. Ладно, на этом все, всем спасибо за просмотр и всем пока.